Аномальная жара несколько дней держится в городе Бельце. Уже к 12:00 столбики термометров застыли на уровне 30 градусов Цельсия. Люди стараются без необходимости не покидать свои дома, спасаясь прохладительными напитками и мороженым. Тем временем Управление чрезвычайных ситуаций муниципия Белц установило центры помощи в жаркий период, где бельчане могут выпить холодной воды, измерить по необходимости давление и просто отдохнуть. Заместитель начальника управления чрезвычайных ситуаций муниципия Белц подполковник Александр Гуменюк подтвердил, что центры помощи были открыты с июня в районе автовокзала и в центре города, куда ежедневно обращается примерно 500 человек. До сегодняшнего дня не вызывали мы скорую помощь, но примерно в день обращаются 20-30 человек, люди пожилого возраста, для того, чтобы проверить давление. По сведениям пресс-секретаря Бельской муниципальной больницы Михаила Петров, сегодня, 12 августа, в Бельцах не было зарегистрировано случаев солнечного удара.